Assalamu alaikum, mənim əzizim vətənlərim. Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие мои слушатели. Давайте сегодня поговорим о тех событиях, которые произошли у нас недавно на границе, в Тавузском районе. Уже сегодня, на сегодняшний день можно сказать, что вот эти события немножко утихли. И мне кажется, что предварительно можно подвести кое-какие итоги. Что я сегодня хочу с вами поговорить об этом. Знаете, друзья, судя по отчетам пресс-службы Министерства обороны нашей страны и Армении, вот эти бои под Тавузом с 12 по 16 июля не переросли рамок локального боя столкновения, в которое было втянуто с каждой стороны по батальону пехоты 2-3 минометные батареи и дивизион ствольной артиллерии. Бронетехника и ракетная артиллерия не применялась или применялась крайне ограниченно. А авиация вообще не использовалась. Поэтому масштаб боев не перерос границ приграничного инцидента. Если бы не было потерь в личном составе, кстати, у нас тоже 12 человек погибших, включая нашего генерал-майора и полковника. И пользуясь случаем, сегодня хотел бы выразить свое глубокое соболезнование близким и родным этих людей. Царство небесное им. Пусть земля будет пухом. Аллах рахмет эйлесин олара. Кабрлары нурла долсун. Если бы не было вот этих потерь, вот это событие легко можно было бы отнести к категории минометно-артиллерийской дуэли, типичной для Нагорно-Карабахского конфликта. Все так или иначе было привязано к высоте горы Гая. Наверное, вы знаете, есть в Тавузском районе вот такая господствующая высота горы Гая, которая имеет очень такое вот тактическое значение. Вот овладение вот этой высотой было и целью атаки армянских подразделений. Атака была отбита наличными силами и средствами с привлечением подкреплений из второй линии обороны, после чего стороны перешли к размену минометно-артиллерийскими ударами и боевому применению беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Но при этом конфигурация позиций воюющих сторон не изменилась. Знаете, мои дорогие друзья, в этой операции есть одна очень интересная деталь. Это военные, наверное, лучше знают. В Тавузе армянские военные попытались повторить тактический ход, который проделала наша армия в Нахчеване в 2018 году, когда ею были взяты под контроль стратегические высоты, позволяющие взять на прицель и включить в зону поражения ствольной артиллерии одну из двух дорог, которые ведут из Еревана в Ханкенди. Захват высоты горы Гая теперь, сегодня, позволил бы армянской стороне включить в зону огневого поражения артиллерии нашу территорию в радиусе до 25 километров, по которой проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и ряд других транспортных магистралей, имеющих для нас стратегическое значение. Тем самым нам было бы нанесено не только военно-политическое и военно-техническое поражение, но также есть серьезный геоэкономический ущерб, так как под угрозу попали бы наши многие международные экономические проекты, включая поставки газа в Турцию и балканские страны. В итоге получается, что и в военном планировании командование армянских вооруженных сил не способно найти оригинальных оперативно-тактических решений. И, как в других сферах жизни, в военном деле все взаимствует. Воруют у нас. Армянские военные с возложенной на них вот этой геополитической миссией можно стопроцентной уверенности сказать, что не справились, а поэтому и не получили от ОДКБ ту военно-политическую и военно-техническую помощь, на которую рассчитывали. После чего один из армянских политиков с горькой иронией был вынужден констатировать крайне неприятный для себя факт, что у Азербайджана в ОДКБ больше союзников, чем у Армении.
Тут возникает один такой резонный вопрос. Почему вот это все случилось? Ответ на данный вопрос один. С армянскими военными злую шутку сыграла их самонадеянность и расчет на свое морально-психологическое превосходство над нашими военными, что стало причиной просчета при оценке необходимых для успешной штурмовой атаки сил и средств. Возможно, что при планировании и подготовке этой операции они рассчитывали на фактор внезапности и панику в расположении наших частей, к которой они привыкли во время войны 80-х-90-х годов. Но современная наша армия совсем не та, какой она была четверть века назад. И даже не та, какой она была в 2016 году. Главная причина неудачи армянской армии в Тавузе заключается в недооценке ее командованием своего противника и переоценке собственных сил и возможностей. В моем понимании, атака на Гарагая была стопроцентной авантюрой, что и привело к совершенно закономерному поражению армянских войск в этом локальном боестолкновении. Теперь давайте посмотрим, что же говорят армянская сторона по этому поводу. Ну, естественно, вы, наверное, знаете, что они могут сказать. У них в полку армянских побед прибыло. Побед в кавычках. Еще не успели они, спровоцировавшие новый пограничный конфликт, подстрекатели эвакуировать с нейтральной полосы своих погибших военнослужащих, а уже кричать о триумфе. Кроме премьер-министра Никола Пашиняна, высокопоставленные военные чиновники, члены кабинета и депутаты парламента смакуют уже детали победы в кавычках, хотя резона, говорит, о прорыве просто так и нет. Ясно одно, что застрельщики пропагандистской массовки обязаны пудрить мозги своим согражданам вымышленной победой в шестидневной войне, чтобы загладить серьезные издержки и потери, внушить близким и родственникам погибших пустой оптимизм и, наконец, навязать многочисленной массе недовольных мыслей о дееспособности своей власти. А о гибели своих военнослужащих и тяжелой участи жителей многочисленных приграничных сел, оказавшихся в зоне огня нашей армии, и вовсе хранится молчание. Ереван в который раз проявил чудовищное человеконенавистничество уже по отношению к своим согражданам, которые использовал в качестве живого щита. Снайперы и их ассистенты осели в тех самых селах, но наши военные не дали армянскому командованию шанса переиграть себя. Данные разведки и беспорядочный огонь армянских передовых сил повлекли за собой такой ответ, от которого среди гражданского населения вражеского приграничья началась ужасная паника. Люди покидали свои дома и подворья в жуткой спешке. Оно и понятно, ведь им заранее была известна причина обострения. Но не в этом соль тавузского сюжета. Точнее, ее второй части, что началась после прекращения огня. Ереван не ожидал крутого разворота, когда сам же оказался в заложниках собственного плана. Вообще это присуще армянским стратегам. Начинать рискованные кампании, а далее полагаться на судьбу или на счастливый поворот. Потому что планировать только дебютную часть и не видеть дальше своего носа – это их фирменный знак. Один из чинов военного командования страны-агрессора в беседе с представителями местных медиа сказал буквально следующее. Наши вооруженные силы одержали блестящую победу, несмотря на болезненные потери. Обратите внимание, несмотря на болезненные потери, некоторые материальные разрушения, наш дух и воля стали сильнее. Ну, как в апреле 2016 года. Потеряли земли и сказали, что одержали блестящую победу. Похожая вот картина, да? Но столь противоречивое признание человека в погонах, выступившего по итогам шестидневных боев, говорит о том,
насколько уязвима армянская оборонительная система и насколько дорого ей пришлось заплатить за непростительную опрометчивость. Путаясь в своих доводах и умозаключениях, представители власти военного командования практически признают, что в их стране царствует неуправляемый хаос. Нет единоначалия, нарушено взаимодействие между органами власти, политическим верхом и военным ведомством. И, наконец, сбиты все прицелы в условиях форс-мажора. А армия Армении – это пространство бесчинств и беспредела. Парадокс в том и заключается, что на провоцирование экстремальной обстановки армяне почти сами и попали в цугцванг. Знаете, да, что такое цугцванг? Это тактика, игра в шахматах, когда каждый твой ход осложняет твое положение. Ныне, когда уже замолкли крупные орудия, и агрессор получил момент, чтобы перевести дух. Пропагандисты заполняют информационный фон так называемыми аналитическими комбинациями о том, что послужило причиной подрыва режима прекращения огня. После отшумевших боев все излияния из этой серии являются ничем иным, как пустыми пируэтами речи. Обычно при очевидном успехе победившая сторона идет на обнародование деталей процесса, выстраивает хронологию событий, наконец проливает свет на невидимую сторону предмета, чтобы пользователи информации оценили по достоинству значимость достигнутого результата. В Армении все это делается, но целью является не посвящение сограждан в детали случившегося, а конструирование каркаса мифической победы. В реалиях она есть, но принадлежит она не зачинщику обострения, а стороне, которая была вынуждена выступить ответчиком, то есть нам. Да, мы потеряли высокопоставленных своих офицеров, лишили своих лучших воинов, но мы обещали, что за ценой не постоим. Так оно и случилось. Когда из Еревана высокопарно вещает, мол, вооруженные силы Армении уверенно контролируют ситуацию вдоль всей границы, они банально лгут. Контроль обстановки всегда осуществляется сильное звено. То есть, в данном случае, это мы. Оно и ясно. Ведь только уверенный в себе актер может себе позволить экстраординарные действия и решения. Ему по силам навязать новый сценарий оппоненту. И, наконец, знающий реальную цену противника, сильный игрок всегда идет в бой с открытым забралом. В поведенческих нормах Еревана всего этого не наблюдается, потому армянские агитаторы и пропагандисты напирают на слово «блуди». В семантике армяно-азербайджанского противостояния для нас ничего непонятного и неизведанного из действий противника нет. Все ясно, как Божий день, в том числе причины и следствия кровавых провокаций Армении, которые неизменно заканчиваются громким, горьким разочарованием для агрессора. Некоторая размытость в представлениях наблюдается в восприятиях внешних сил. И связано это с неизведанным массивом лжи и инсинуаций, которые неизменно производят армянская пропаганда в целях сокрытия истинных причин напряженности. Ереван осознает, что его преступления имеют шанс находить понимание в глазах внешних сил на короткой дистанции, то есть им верят в течение небольшого отрезка времени. Со временем все тайное становится явным. И те, кто еще недавно симпатизировал армянам как жертве, дойдя до истины и, соответственно, меняют свои взгляды. Это имело место неоднократно. Последний раз такое наблюдалось, наверное, помните, в ходе и после апрельских боев 2016 года, когда произошла заметная трансформация в представлениях мировых сил. Они осознали, кто в конфликте агрессор и кто жертв. Несмотря на ощутимые потери, армяне все время утверждают, что их взяло. До сих пор на весь мир они трубят о победе в апрельских боях, хотя оказались перед неоспоримыми фактами потерь. Армяне врут, как дышат.
Сначала после апреля у них был шок. А жертв и разрешений на их стороне было ход отбавлять. Чуть-чуть придя в чувство, стали массированно врать и манипулировать деталями. Мол, мы не только не отступили, но и нанесли по азербайджанцам мощный удар. Но они настолько приучены лгать и стыдиться, что им море по колено. Тогда после апреля они подняли настоящий вой и обрушились с критикой на партнеров Баку, которые не только поддержали справедливую борьбу нашу, но и приложили усилия для усиления нашей обороноспособности. Из Еревана тогда посыпались обвинения и проклятия в адрес Белоруссии, Израиля, той же самой России и других стран, которые имеют и постепенно расширяют сотрудничество в военно-технической сфере с таким надежным партнером, каким являемся мы. Больше всех досталось тогда Израилю, который поставляет нам современные военно-технологии оборонительного и наступательного порядка. Последующая истерия Еревана на почве полученного удара стала еще одним свидетельством того, насколько армянский политический кластер пытается ввести занос в свое сообщество, как он изощряется в производстве лжи, которая стала для агрессора своеобразным защитным щитом. Громко и эмоционально армяне причитать умеют. Обвинили всех, в том числе и государство ОДКБ, которые, дескать, не вмешались на стороне Еревана. Одним словом, по свежим горячим следам непростых событий иной раз не имеет смысла опровергать позицию Еревана, потому что он чуть загодя сам же это делает, показывая, до чего привели армянскую сторону их авантюры и чудовищные планы. Это же самое повторилось в наши дни в контексте событий в Тавузском районе и в сопредельном пространстве страны-захватчика. Ереван раструбил на весь свет о своей победе, гиперболизировал свои возможности, разрисовал картину маслом в батальном жанре. Но мы, в свете типичной армянской слова охотливости, не стали лицемерить, как это делает противная сторона, а назвали вещи своими именами. Не дав шанса противнику в информационной войне, мы сразу же признали свои потери, сообщили об ответных действиях и пообещали нанести разящие удары по огневым точкам агрессора, чтобы неповадно было. Пообещали и исполнили. Ереван был застигнут врасплох, видя, что помимо эффективных силовых ударов, наших ударов, еще и блестяще мы оперируем таким мощным и проникающим инструментом, как «Правда», армянская сторона вконец запуталась. Она явно готовилась к иному сценарию, но выступила в роли плохо подготовленного стажера, который наряду с военной провалил и информационную кампанию. В ходе силовых действий, войн и конфликтов информационные потоки играют функцию надежного идеологического прикрытия. Это в порядке вещей. Иногда приходится применять и отвлекающие маневры, и фейковые выбросы, чтобы запутать противника. В тавузских событиях мы настолько оказались в тонусе и форме, что не стали прибегать к контрпропагандистским уловкам и взяли на вооружение принцип «не мудрствуя лукаво», и противник угодил в трясину. Горячая фаза несколько угомонилась, и зазвучал голос официального Еревана. О чем же он повидал? Армянское руководство опять в ярости и гневе. Нет, не подумайте, это не на нас. А на одного из наших главных партнеров, на Израиля. Мощным раздражителем для армян опять стали военные поставки Израиля нам. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Армении прозвучал термин «смертоносные вооружения», с помощью которых Азербайджан не только выдержал удар, но и нанес ответный удар. МИД Армении обещает чувствительно отнестись к этому вопросу и подать его на двустороннем уровне и даже на международных площадках. Но и в этом контексте Ереван не смог обойтись без лжи и демагогии. Смотрите, какая трактовка у Еревана
Что они сообщают по этому поводу? Израиль продает Азербайджану смертоносные вооружения, которые он с легкостью использует против гражданских инфраструктур и населения. Ну, тут есть одно «однако». Во-первых, опять огневую тяжбу спровоцировал Ереван и получил по заслугам. Во-вторых, войну против гражданского населения перманентно ведут армяне сами, а не мы. В Карабахе неоднократно они превращали в мещение людей, которые вынуждены вести хозяйственную деятельность буквально у линии фронта. А в-третьих, наши вооруженные силы всегда уничтожают только огневые точки агрессора, которые мало поддаются адекватности в свете своих захватнических планов. Вот так Армения подняла шум относительно своих успешных боевых вылазок в Тавузе, чуть ли не распространила победные реляции, а следом опять стала бичевать нас и наших партнеров, которые верят в миролюбивость нашей политики. Иначе они не поставляли бы нам новейшие системы залпового огня, ракетные установки нового поколения и прочие новинки из современных разработок. Так будет всегда. Пока Ереван не осознает свою вину не только перед нами, но и перед сообществом, выступая в роли агрессора, возмутителя спокойствия и антипода человеческого общества. Наличие разрушительного фактора требует только одного – уничтожения всего того, что не строит, а разрушает. Итак, каковы же предварительные итоги шестидневной войны? Армия страны, у которой дезорганизовано управление, по определению не может одержать победу в противостоянии с фаворитом. Она может только обострить обстановку провокациями и при наличии мощного ответа завыть, как раненый кабан. Именно вот это и произошло. Власть, которая теряет связь с реальностью, также не способна на главенствующее положение в пространстве. И Тавузский провал продемонстрировал это более чем рельефно. И, наконец, игры с огнем для маргиналов всегда заканчиваются плачевно, поскольку они не созданы для взлетов. Их удел – это падение. Отсюда несложно прийти к базовому умозаключению. Армения продолжает скатываться в бездну, и времени у нее осталось в обрез совсем мало. На этом у меня все. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья.